Всем здрасте, продолжаем играть Quick 4. Здесь у нас уже терминал хранения. Последняя контрольная точка. Что, видать, не сохранил вчера, ну ладно. Там нас шибанули. Девочка, быстрее иди. Каждое видео об этом говорю. Не люблю, когда опасается. Но ничего не сделаешь. Так запланировано. А, сейчас мы его выпустим. Контрольная точка, сука, не сохранилась. И я не сохранил. Есть. И этот тварь. Шибанул он меня. Козел такой. Ну ладно. Не смертельно. Из такой же штуки. Сейчас мы нажмем быстренько. Найти бы эту вагонетку бы сначала. Все такие простые, умные. Так, ладно. Собираем все, что есть. О, зашибись. Так, что у нас тут есть? Так, давай вот тут сохранимся, на всякий случай. Если что, сохранимся. Не хочу опять с этой точки начинать. Да, назад. Продолжение. Все ясно, сами вы не заблудите. Так, новая конеточка. Станция вагонеток. Опять эта запуска. Так, вот мы наконец-то приехали куда-то. Что-то вчера это проходил, кажется, я там понастрелял.
Это какая-то лажа. Неужели? Ну, подлюка. Ну как так? Падла такая. Ладно, потом сохранимся под личностью. А вагонет еще вроде бы это. А почему так началось? Уродец. Ты что, мне это сначала проходить? Достал, козел, а? Ладно. Только я не это оружие хочу. Ты козел, а? Вот мудак. Собака. Ну как так-то, а? Вот бессмертная тварь. Ты посмотри, как он меня покуцал, а? Ладно. Хоть один, да конечно я здесь был. Ну вот ребятки эти. Да по не за что. Козлины. Да открывай быстрее. Урода. Спасибо. Странно, конечно, сохранилась игра у меня. Ну ладно. Пройдем мы сейчас по новой это. Да. Назад.
Продолжение. Стрекозлы, а? Как обычно, я первый. Вы оборзели, ребята. Два козла получили. Хорошая пушка, кстати, да. Блять, обосраться не встать. Все, всех усосало. Надо подлечиться. Так, ладно, ребятки, на этом мы сохранимся. И продолжим с этой точки уже. Мне приходится по новой проходить. Игра как-то странно пересохранилась. И что дальше? А, ага. Я забыл. У нас тут наборчик. Оружие — это хорошо. Отсюда будем отстреливаться. Сейчас они выйдут. Кают двоим. Закрих хлеборезку. Заколебали, дебилы. У меня есть это, жизни, у вас их нету. И кто там орёт? Что за собака серая? Так пугает. Здорово. Хорошо. Ах ты, блядь, такая. Хера у меня шандар.
Да, что-то я прокосил. Управление. Управление. Зараза. Сучье управление. Все, всех пукнул. Молодец, молодчик. Ох ты, блядь. Как тебе удается с одного раза таких? Я тут долблюся, долблюся. Что у тебя за пули такие? Дайте мне их. Так, ну тут надо сохраниться. Что еще раз проходить неохота. Продолжить. Так. Сейчас же кто-то явно выскочил. Плотчик, а? Нифига у тебя патроны. Есть. Ну где ты, кузнечик? Да тут ты сам один справишься. Молодец. Вообще молодчик. Нахера мне патроны тратить? Только сохраняйся и играй. Как-то странно все это. Заряжено. Что-то подозрительно. Давай, иди за мной. А вот, кстати, тебя, кажется, вчера и не было, поэтому, видать, и не сохранилось. Пошли. Ты по второму разу бегаю. Может, ничего не сделали там. Чуть я не понял. Так, сюда наверх. Идем. Идем, идем, идем. Здесь мы были. Идем сюда. Ух, бежали туда. Молодец. Я чуть штаны не выложил. Выскочил, падла. Так, сохранялочку запомнить. Вот я ее вчера разворачивал. Молодец, спасибо. Ой, какой ты добрый. Ну ладно, пошли.
почему так пугаешь? Иди вперед. А я, может, назад хочу. Ну зачем вперед? Как так-то? Я ж никуда, ни влево, ни вправо не двигался. Сам по себе пошел куда-то и все, и взял, свалился. Просто тупо сам пошел. Хорошо, я сохраняюсь. Но эти нелепо непонятные в управлении ситуации понять не могу. Почему программа? Как хорошо, что я здесь сохранился. Вот мне захотелось посмотреть на это. Управлять я ее пока не могу. Ладно. Не дают. Хорошо. Не даете, так не даете, ладно. Так, а что у нас тут? Что-то место знакомое. Ну оттуда я пришел. Тут ни хрена. Что опять не туда я иду. Ух ты, блин, собака серая. Сохранимся. Тут сломано, тут не работает. Ладненько. Лети отсюда, пока цел. Ты меня бесишь. Ты лети давай. Бесите меня. Так, тут закрыто, тут закрыто. Пойдем сюда. Есть. Получил по хребтине.
Какие гумис? Так мне пистолет не нужен. Ладненько. Просто охренеть. Так, ну пока грохнули, надо сохраниться. Да. Назад. Продолжить. Козел. Так, ну все-таки мы этого пса грохнули. Та-та-та-та-та. Все, к ним больше будем возвращаться, пошли в жопу. Продолжаем дальше играть. Так, что нас еще ждет? Куда идти? Так, ну оттуда я пришел. Что-то я включил. Что-то пугаешь. Зараза. Во, падла. Я хоть залез определиться, куда идти. А, ну отсюда я пришел. Хера я сюда пришел обратно. Пока мне сюда не надо, мне кажется. Так, теперь мне надо как-то. Во. Ай! Ёшкин ты кот, грёбаная вагонетка. Во. Давай наверх меня. Что-то там какая-то дверь есть. Ну поднимай. Так, тут какая-то дверца. Так, что у нас там? Это я вниз. Как хорошо, что это есть. Бомба взорвалась возле меня. Вот это я проморгал. Суетись ты так. Ах ты, блядь. Мудашвили, а. Так, тут что-то это. Получил. Так, ну надо чем-то подлечиться, а чем неизвестно, да? Зал управления. Вот хорошо. А, он меня тоже боится.
Охренеть, два затупка получилось. Ремонтники есть. Теперь можно возвращаться к этому мужику. Хорошо, как скажешь. Я уже устал здесь бегать по этим туннелям грёбаным. Сейчас тут пройтись надо. Монорельс, наконец-то. Сейчас сломаюсь, не курсы так. Какая объемная игрушка, мне нравится. Интересная. Уже не первый раз не играю, ну конечно, потом забываю, могу пару лет не играть. Даже больше. А сегодня я вообще не играл. Нет. Так, от кого отстреливаться? От самолетиков. О, как вылетела она. Красиво, эпично. А вот с этими посложнее. И сколько мы ехать будем? Постараемся. Да как? Ну, это, конечно, жопа. Не, ну так из-под тишка стрелять, конечно. Я даже прицелиться не успеваю.
еще и лазером. Приехали, наконец-то. Первый раз неудачно было. Так, терминал обработки. Ладно, на этом все пока закончим. До следующей встречи.